27 июля в одном из парков он познакомился с молодой женщиной. В ходе общения злоумышленник стал угрожать ей убийством, демонстрируя находящийся при себе нож. Буквально через час обвиняемый в безлюдном месте напал на другую проходящую мимо местную жительницу. Под угрозой применения ножа он подхитил у нее денежные средства, после чего совершил в отношении потерпевшей преступление против половой неприкосновенности.